едем, где на туалет? Отброшу за 50 патронов. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь храма? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Конечно, прокатимся с музыкой. Смотрю, что за бумаги ты там нашел. Я сам радистом раньше был. Не после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными... Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир, и пришлось всякого послушать. В Сибири молчало все, а вот остальные выходили на связь, в том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы наносить еще удары по ним. Никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети в эфире, плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. А что я мог сделать? Ну, ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война может и кончиться. Привет, Артём! У них еще своя война была. Другие поняли, что раз мы уже не пытаемся добивать боски выживших смысла людей, махали на руки. Подруги еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода выходить. Другие горючего хватает. Ой, ну и деньги были. Как вспомнил дрожь. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в Д6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот, дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай.
Это подвал из старого храма. Давай, забирайся. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Артём! 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 Нашатыря, давай! Очнись, Артём! Очнись! Слава богу, он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артём, все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, молодцы. Найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда.